Добрый день! Непосредственно начинается эстафета. Лёшка Сивко побежал, обгоняет всех. Ему никто не может просто задавить конкуренцию. Да, Димка первый, Лебедева, Дианка пошла, бежит. Какой накал страстей! Ну, тут просто невозможно же быстрее Денчика. Вот, принимает Демидович, Власинок побежал. Просто развеяли все михи. Падает Чечётка, Коля бежит. Пытается спасти свою команду, не получается. Ксюша Шкурко бежит. Молодцы, М-класс. Виолетта Замана, боже, землетрясение. Вот, бегут. Подсков, Жорик пытается вытянуть команду на уровень. Не получается, бегают конусы. Пугач. Я даже одного человека. Осечка, натиск, Варнюк, Катя пытается все исправить. Бежит, оббегает конус. Осталось буквально два человека. Ну же. Обходим всех. Оплошность опять. Катя успеет передавать эстафету Матюку. Саша Матюк бежит, оббегает конус. Возвращается. Мы обгоняем всех на одного человека. Ну же, быстрее. Дима Лапека роняет палочку. Боже мой. Подскальзывается в конце. Быстрее. Да, мы первые. М-класс, Я-класс, И-класс. В общем, сейчас будет эстафета с мячами. У нас будут баскетбольные и футбольные мячи. Вот как Лёшка уже начинает тренироваться. У него отлично. Алексей уже разминает. Уже начинает что-то получаться. Он раньше занимался футболом, поэтому у него все отлично выйдет. У нас есть козыри, между прочим, у нас Диана Лебедева баскетболист. Однозначно мы тут в этом конкурсе будем победителями, потому что у нас есть явные конкуренты. У нас есть И-класс, в котором также есть спортивные люди, такие как Жданович Катя, такие как Волкова и Стархатни Владимир. Они очень сильные ребята. Еще существует такой класс, как я. У них есть Коля. Коля — это однозначно победа. Если участвует Коля, то это однозначно победа. Юноша стартует футбольным мячом. Итак, змейки, да, оббегают. Слушаем. Каждый конус. Да. И также возвращается обратно. Следующий стартует девушка с баскетбольным мячом. Виталий Владимирович уже почти дал гонг к началу эстафеты. Конечно, у нас есть конкуренты, но надеюсь, что М-класс покажет себя с лучшей стороны. Леша Сивко уже разминает ноги, он готов. Итак. Так, да. Так. Ждем. Все затыли. Опа, побежал Леша. Побежал. Нет, на его Сенкель обгоняет. Сенкель. Оп, Леша, давай, Леша, пошел, хорошо. Конуса. Ай, Сенкель сбил конус, вот. Пошла Ксюша, хорош. Давай. Ксюша, давай. Давай, пошла Ксюша, давай. Обходит конусы, все хорошо. Грациозно. Никто не сбивает конусы, все отлично. Вот, пошел Матюк. Ай-яй-яй. Неудача. Обводит еще последний конус. Побежал. Давай, Матюк. Давай. Это, конечно, вряд ли наша эстафета. Что-то мы начали неудачно. У класс пока с отличной стороны. Ну вот, отлично пошла Настя хорошо владеет мячом. Оля Лицкевич ведет тоже впереди. Она первая среди. Никита Корнаш, футболист. Немножко мухлюет, ничего страшного. Андрей Мартынович догоняет Никиту Корпа, но тут уже не поспоришь. Влад Лавничек что-то пытается, но у него не получается. Абсолютно. Настя побежала, отлично. Настя молодец. Хорошо, возит Настя. Ти Силона стреляет конкуренцию. Первая, давай. Настя, болеем за Настю все. Настя, Дима Лапека, пошел. Давай, Лапека, все. Против Жени Чумаченки. Давай. Идет борьба. Коля, молодец. Тише, Коля Кардаш пытается вести. У него получается, отлично, молодец. Тем временем Диана Лебедева и Саша Волкова уже заканчивают свой круг, пока мальчики еще добегают с мячом футбольным. И Диана Лебедева, ей нет равных во владении баскетбольным мячом. У класс пытается догнать, но у них ничего не получается. Мы уже выиграли, а у класс и я класс, девочки, еще добегают. М-класс, конечно, молодцы. Ничего не скажешь. Мы выигрываем второй конкурс подряд.
самых тяжелых конкурсов. Надо вообще до сюда отойти чуть-чуть. Прыжки в мешке. Ну вот, все. Началось. Дима первый лазит в мешок. Молодец, бежит. Прямо на хвосте у него, ноздря в ноздрю идет с Димой Аковицким. Но, конечно, с ним никто сравниться не может, даже Ластер охотней. У нас стартанула девочка, поэтому физически она не смогла догнать двух парней. После Димы начинает бежать Диана Лебедева. Отлично, отлично. Опять, теперь они идут ноздря в ноздрю с И-классом. Аня Бурсенцова показывает хорошие прыжки. Света Лопушек и Жора Пацков отстают. Света Лопушек падает, подскальзывается, какая досада. Что же, кто сейчас? Ты подсказываешь мне, кто сейчас? Я не вижу отсюда. Женя Демидович, молодец. С И-классом падает опять Света Лопушок, бедняга. Женя подскальзывает. И-класс вырывается вперед. Но идут, все же идут ноздря в ноздрю с М-ками. Женя падает, снимает с него мешок, залазит Ксюша Шкурко. Тем временем И-класс уже подбегает к конусам. Илона Сис, Ксюша Шкурко, противостояние. Падает Илья Пугач. Ну, это уже поражение для И-класса, они не смогут догнать М-ок и И-шек. Ишки вырываются вперед, Андрей Мартынович добегает до конуса, в то время как Никита Корпуков залазит в мешок. Ну, давайте, давайте, мы верим в вас, мы верим. Мартынович заканчивает, передает эстафету Оле Лицкевич. Ее ноги уже пролезли в мешок, а Корпуков только закончил. Падает, падает представительница У-класса. Кажется, это Вика, это Зайцева, это Лиза Зайцева. И что же? Ну, не очень была захватывающая, конечно, эстафета. Ни тут не поспоришь. И У-класс пытаются оказывать сопротивление. Постоянно падают. А М-ки, И-шки пытаются. Противостояние Насти, конечно, против Жени Чумаченко. Уверенными и сильными прыжками Женя Чумаченко заканчивает эстафету, передает Сашке Волковой. Также Настя Конюшок. Леша Сивко пытается завершить эстафету и вырваться вперед. Саша Волкова против Леши Сивко. Ну же! Мы верим в ребят. Финальные, быстрее, давайте, ну. И тут непонятно. Нужен фотофиниш. Никита, ваше мнение, кто прибежал первым? Мне кажется, М-класс. Как вы думаете, кто прибежит первым? Все-таки это была наша команда, потому что Леша там запрыгнул, прям буквально запрыгнул в нашу команду. Но И-класс первым поднял руки, я не знаю, как было считать судьи. У них каждую команду смотрел свой учитель, поэтому посмотрим на результаты. Но мы уверены в том, что И-класс третий, У-класс четвертый. Ну что ж, надеюсь, скоро объявят турнирную таблицу. Продолжим смотреть игру. Девчата поддерживают нашего игрока Алешку Сивко. О, переправа. Люблю переправы, на самом деле. Довольно интересный конкурс. Максим. Даже не знаю, что сказать. Но это командный конкурс. Тут надо действовать вместе, тут надо бежать, надо чувствовать своего с тем, кем ты бежишь. Вот уже вырывается вперед. Кто вырывается вперед? Вперед вырывается команда И-класса. Уже бежит Оля с. Бежит Оля с Андреем. Андрей возвращается на свою базу. Вторым по счету бежит команда М-класса. Потом бежит команда Я-класса и уже команда У-класса. Коля, вот как я говорил в самом начале, конечно же, Коля всех сделает. Вот он, его лучшая майка. Единственный игрок вражеской команды, который болеет, это Коля. А, все, я понял. Сейчас будет тот самый момент, когда Сенгель будет показывать мастер-класс. 11, 12, 20, 25, 40, 100, 120, 150, 200, 320, 480, 2 круг света за 200 считается, 850, 940, 1200, 1800. О боже, Роберт, ты великолепен! 2000, 2100, 2150, 2200, Роберт, 2380. Он еще не набивает, а счет идет. Боже! Ай-яй-яй, красиво. Не получилось у парня, не получилось. Но молодец, уже 3400, 2800, 2850, 8900, 10200, 3100, после 8900, 13200. Держит 2 минуты, 3 минуты, 4 держит, 5 минут держит, 6 минут. Парень, он великолепен уже. Это будущий Рональдини. Самый дурацкий конкурс после бега в мешках. Комментировать его противно, мерзко, неинтересно. Типичный белорусский конкурс — сажать картошку. Мальчики сажают картошку, девочки ее собирают. Боже, какая глупость. Зачем это вообще надо? Неужели кто-то будет садить картошку на скорость? Это вообще, я не понимаю, это бред какой-то. Вот побежала Оля.
У нас бежит Настя. Настя собрала картошку. Настя бежит первая. Виолетта. Ну, о, какая глупость! Виолетта выронила картошку. Она выронила картошку. И никогда не быть собирателем картошки. Господи, что за бред, что за бред. Она неприрожденная белорусская картошку не собирает. Не собирает, однозначно. Бежит Настя. Это мы в этом конкурсе однозначно уже первые. Ай, Дима не попал, Дима не попал. Дима не попал два. И бежит, ну, у Димы есть скорость, в этом нет спора, уже бежит наша Диана, бежит Саша бежит из E-класса, бежит вместе с Дианой, и команда E-класса оказалась первой. Я могу с тобой не согласиться, я в очередной раз не знаю, кто бежал первым. Но факт в том, что У-класс и Я-класс финишировали последними на турнирной таблице. Первое место, 27 очков, какой-то, 10-й М. Второе место, 20 очков, 10-й И. Третье место, 14 очков, 10-й Я. И четвертое место, 10-й У, 12 очков. Оценки за домашнее задание. 5 баллов, 10-й И, 5 баллов, 10-й У, 4 балла, 10-й Я. Конкурс на скакалках. Быстро и уверенно. Настоящий профессионализм, я не ожидал этого. Я не ожидал такого накала страстей. Пойдем. Я, как человек, не умеющий прыгать на скакалке, понятия не имею, каково это. Но сразу видно, что работают профессионалы. Конюшок Настя Брусенцова, Аня Кулевич и, собственно, Дмитрий Яковицкий. Ну вот, стоп, сказал наш судья. Сейчас мы узнаем результаты. Ну что, результаты какие? И сейчас, говорю на будущее, сейчас 10-й М Александр Матюк продемонстрирует свое умение владения роликовыми коньками. Александр, о боже, какие пируэты, Максим. Это ваш. Какая грация. Давайте посмотрим. Просто смотрим. Смотрим и удивляемся. О, господи. Просто посмотрите на это. Посмотрите, как он это делает. Как же все-таки, как это прекрасно. Это годы тренировок. Он занимается роллингом около 6 лет. 6 лет это все-таки немало. Посмотрим. Да, он занимается около 6 лет. Есть, конечно, осечки, но все-таки не каждый так сможет сделать это однозначно. Это очень сильно натренированный ролик. Я, что касается меня, я на роликах катался 3 раза в своей жизни. 3 раза. Макар, вы катались когда-нибудь на ролике? Да, и это было худшее, что я делал в своей жизни. И что, вы падали? Я не падал, но я и не ехал. Да, я понимаю. Сейчас что-то будет, однозначно сейчас что-то. Посмотрим. Боже, как классно. У меня просто нет слов. Это лучшее, что я видел сегодня. Однозначно, Макар, однозначно. Мы видим, как ликуют участники. Всем, конечно же, нравится. Это будет лучшим номером. Это будет лучшее домашнее задание. О, Господи, посмотрите, что он делает. Похлопаем. Спасибо. Требую 6 баллов за домашнее задание. Первый выходит на площадку 10-й И. Аня Брусенцова. Начинает прыгать уверенно. Оп. Какая досада, все. Как говорится, первая кровь. Да, все. И, наверное, больше не будет попыток. Хотя, не знаю, что скажет судьи, но вот посмотрим. Очень обидная оплошность. Посмотрим.
Обидно, конечно, однозначно. Она хорошо зашла. Им в любом случае снимут баллы за то, что они сделали. Это вырежем. Итак, что решили судьи? Ага, судьи сделали вторую попытку. Дали. Итак. Опять же, оба не Борсенцова пошла. Хорошо. Хорошо. Влетает Артемка. Молодец. Нормально. Все идет, все пока что все нормально. Все нормально. Оп, влетает Саша Волкова. Сахарок. Оп, раз. Лучик солнца. Прыгает. Кузьма. Это имя или фамилия? Смешная шутка, Макар. Илонка здесь. Как они собираются поместиться на этой скакалке? Причем Илона. Владимир Столохатник. А чем она занималась? Она, я не знаю, чем она занималась, но она на кроссах участвует за... Ай, досада. Андрей Мартынович, конечно. Видно было, как... Ну, хорошо. Все. По взмаху руки Валентины Степановны Дуботовки было видно, как она тоже расстроилась, когда переезжала за свою команду. Итак, влетает команда 10 У. Посмотрим. Ну, достаточно хороший результат, но не считая первой ошибки Ани, но смотрим. Что такое? Марш. Все, вылетает, оп. Ну, мне кажется, что это достаточно легкий конкурс, хотя прыгать синхронно в 7 человек это достаточно... досада, все. Три человека. Я мельком так услышал, что наш Виталий Владимирович сказал про 11 секунд. Я толком не понял, это сколько кто напрыгает, секунд или все-таки сколько человек больше вошло? Так, началось 10-й. Стоп. Не было сказано команда марш. Фальстарт. Я вернулся. Вернулся наш комментатор Макар. Первый запрыгивает Аковицкий Дмитрий, показывает неплохие прыжки. Сразу за ним четко Оля. Она прыгает не очень уверенно, не расторопно, но прыгает хорошо. Хоккеист Илья Пугач, надежда белорусского хоккея. И за ним Валерия Садовничая. Не надежда русского хоккея. Смещается все ближе. Коля. Оп, Коля, посмотрите на это. Посмотрите на него, просто посмотрите на этого дьявола. Это просто какой-то демон воплоти в черных носках. О, какой же он сексуальный. О, Господи. Козырь команды Я-класса. Не дали реализовать себя. Обидно, но Николай показал отличный результат. Молодец. О, надежда белорусского спорта выходит. Внимание, 10М. Идеальная форма. Идеальная грация. Я не умею картавить. Итак, болеем за нашу команду. Это наши ребята. Посмотрим. Ну, я верю в них. Я знаю, что они смогут. Оп, Леша. Это, кстати, Лешина идея была надеть такую форму. На самом деле, мне кажется, что судьи это оценят. Ай-яй-яй. Не повезло. Мы пытались, но, конечно. Это разочаровало меня, на самом деле. Но у команды и класса, почему? Ничего, молодцы все равно, ребята, молодцы. Посмотрите на подготовку команды и класса. Антон Кудлаш в позе древнегреческого мыслителя. Крупный план, пожалуйста, на Антона Кудлаша. Олицетворение силы, мужества и грации. Но грация это касается только нас. Итак, выступает команда У-класса и команда И-класса. Я бы поставил на У-класс, потому что у них есть Георгий У-класс. Скажешь, что выиграет команда У-класса. Хорошо. Раз ты говоришь, что У-класс, я поставлю однозначно И-класс. Там все-таки есть Стархатник Владимир, и у них есть больше шансов. Хотя в команде У-класса существует Кирилл. Кирилл там просто за пятерых. Я могу изменить ставки. Нет, извини, ты не можешь изменить ставки, потому что я уже поставил на команду И-класс. Тогда я поставил в два раза больше, чем на команду И-класса, чем на У-класс, и в итоге я не ушел в минуса. Я тебя еще больше поставил, еще чем в два раза больше, поставил в четыре раза больше на команду И-класса. И, в общем-то, короче, ты за У-класс, что сказал вначале, то так и будет. Итак, подготовка стоит. Мальчик-девочка. Валентин Степанович начинает разруливать ситуацию и учит ребят, как правильно дергать канат. Она знающая, опытная женщина.
Добутовка все знает, она все скажет, все, что да как. Итак. Стархатний Владимир слегка волнуется, но он уверен в своей победе. Капитан. О, что творится? Решили все-таки обуться. Ну, как бы я не знаю. Как вы думаете, вы выиграете команду у класса? А я думаю, что мы. Но я вам могу сказать. Мы это запикаем, да. Я могу вам сказать, что вы сейчас на втором месте после, собственно, М-класса, который просто великолепен сегодня. Грациозно. У вас есть все шансы, разрыв небольшой. В течение 5 минут мы вам докажем, что М-класс не великолепен. В течение 5 они покажут вам в течение 30 секунд, что они сильнее вас в разы. Однозначно. М-класс? Наш. М. Ну, конечно, у вас там одна Диана нас всех перетянет. Однозначно. Команда и класса уже в сборе. Давайте-ка посмотрим на команду у класса. Давай. Так, все, начинается. Итак, все должны поднять руки вверх. Что ж, я за У-класс, вы за И-класс. Однозначно И-класс победитель. Только И-класс. Оп! За У-класс должны руки заболеть. Взяли! Ай! Ну! Давай, Сишки, ай-яй-яй! Нет, давай! Не очень, они просто действуют не вместе, надо. И класс просасывает. О боже мой! О, какая! О, какая неожиданность! Ой-ой-ой! А смотрите, начинает! Вставайте, давайте, и класс, давайте! Но нет! Надо просто вместе! О, какая неожиданность! Ай-яй-яй! Хотя, знаешь, нифига себе. Смотри, они перетягивают, смотри, кажется, Макар. Кажется, ушки не просасывать. Кажется, у кого-то проблемы. Макар, смотри. Хьюстон. Линия переходит. Ну, чуть-чуть. Да! Это победа! Да! Вот это была упорная борьба. Вот это настоящий профессионализм. Я уже похоронил И-класс. Когда оставались считанные сантиметры до поражения, они смогли вытянуть. Это было великолепно. Моя хвала и все лавры и классу, молодцы. Приступает к... Я проиграл кучу денег. Однозначно. Ты всегда проигрываешь, Макар. Итак, готовность от нашего учителя. Давайте-ка посмотрим. Команда Я-класса во главе с Дмитрием Яковицким. И команда М-класса, наши ребята, Севко. Если я ошибся, то ты можешь меня поправить. Итак, готовность. Однозначно выиграет команда М-класса, она всегда выиграет. Оп! Взяли! Ну, цените. Просто на счет, вместе. Это командный конкурс, это надо вместе. Раз! Давайте! Ребята, еще чуть-чуть! Вон красная линия, еще чуть-чуть, народ! Давайте! Совсем! Ну же! Все бахтят, все стараются, все хотят, чтобы выиграли именно ихняя команда! Ну же! Совсем немного осталось! Давайте! Посмотрите, как они стараются! Давайте! Совсем! Вон линия! О, Господи, но у каждого уход силы, это очень трудный конкурс! Ну же! О, какая борьба, давайте, ребята, вы сможете, я в вас верю однозначно, только вы тут победители, давайте, но нет, ой, все, кажется, это проигрыш, ай, какая досада, ну, знаете, в команде я класса был Коля, только поэтому они выиграли, только из-за Коли, все сделал Коля. Ну и, конечно же, Сенкель, посмотрите на его сексуальное тело. О, да. Я аж сам потею от него. И сейчас будет финал. Финал конкурса подтяги канатов. Выступает команда И-класса и команда Я-класса. На кого вы ставите, Макар? Я ставлю на... Я не знаю.
команды действительно показали себя с лучшей стороны, обе команды сильнейшие. Я не знаю, это будет действительно гранд-финал по перетягиванию каната. Ну что, победить сильнейший. Но я разочаровался, конечно, в М-классе. Они вытягивали, в итоге, как и яшки, просто сдались. Перестали дергать, начали тянуть, в то время как я медленно, но верно приближал свою команду к победе. Ну не я приближал, а я класс приближался к победе. Я так и понял, Макар, я так и понял. Итак, сейчас у нас играют на третье место команда, наша команда М-класса и команда У-класса. Мне болит горло, дамы и господа. Да, ты просто слабый слегка, вот ты надорвал его себя, когда слишком сильно орал. Просто в первом конкурсе я орал, как черт, вы это услышите, когда будете смотреть эфир. Однозначно. Итак, посмотрим. Конечно, надеюсь, верю и жду, что М-ки выиграют, но ничего не могу утверждать. Посмотрим. Понимаешь, Макар, у них просто не было слаженности. Они каждый тянул, как он хотел. На самом деле, смысл этого конкурса в том, чтобы тянуть вместе. А наша команда тянула каждый, как ему хотелось. Это да, но не могу с тобой согласиться на все 100%, потому что изначально Леша Сивко давал ритм команде, и все тянули, мы начали притягивать. Но в один момент он замолчал. И М-класс начал просто тянуть канат, а это не дело. В то время как яшки медленно, но верно по чуть-чуть тянули, дергали канат. И только что прозвучали результаты прошлых конкурсов, но я был так заворожен твоей дедукцией, что я просто не услышал, какие же все-таки были очки. Наш оператор сообщает нам, что М-класс по-прежнему лидирует. Надеемся, верим. 3 очка опережения от И-класса. Надеемся, что притягивание каната сильно не повлияет на турнирную таблицу. Нет, это... Итак, посмотрим. Все. Оп. Вот оно, то, что хотелось. Вот, давайте, ребята, давайте. Ну же, совсем чуть-чуть. Ну, вот оно, о чем я говорил. Ну, да! Вообще, как нечего делать. Это было просто, я думаю, если бы мы так же бы рвали с Я-классом, мы бы смогли выиграть. Максим? И сейчас у нас финал. Best of five. Финал 10-го и 10-го я. Сзади нашей команды. А, наша команда уже выиграла 3-е место. Итак, посмотрим. Мы верим в тебя, Коля! Команда Я-класса явно победители. Коля до конца! Коля! Это было легко. Выиграла команда Я-класса. Коля вытащил эту игру. Коля молодец. Конечно. Повечерело. Но... Ждем оглашения результатов. Предлагаю... Что-то слегка Анька затормозила. Затормозили. Но уже все решено, уже результаты есть. Уже подписывают судьи грамоты. Выходит команда на построение. Команда У-класса. Приветствуем их. Итак, команда Я-класса во главе с Дмитрием Маковицким. И Колей, и Сенкелем. О, да, Сенкель. И вот вышел Сивко. Наши ребята. Наша грация. Все должны были заметить, как они оделись. И вот мы ждем результатов. Затаились все. О, класс, молодцы. Ничего не скажешь. Они старались. 3-е место. 10-й я класс. Ну ясно. Победители так тут. Тут М класс. Да, мы победители однозначно. Сейчас дожидаемся. Тихо. Ну. Да!
наши прогнозы были верны. Изначально мы вам говорили, что М-класс сильнейшая команда, команда Грация. Спасибо, что смотрели нас. С вами был Макарович Евгений. И Иванцов Максим. До скорых встреч. Увидимся пока. В следующем году.